Всем, в общем, снова WhatsApp, связи Рокки, как всегда. Сегодня я вам покажу, как построить бункер. Бункер, который мы можем построить с данным функционалом, то есть функционалом RustMe. Мы сейчас находимся на Solo 4 модуле. И что могу вам показать? Вот так выглядит наш бункер, собственно, вот. Здесь нет никаких дверей. Вы потом, боже, немного позже поймете, как это все работает. Здесь нет никаких дверей, я сделал пока что это из дерева, но потом можно будет прокачать и так далее, и так далее. Нам нужен также будет еще один слой вверху для более сильной защиты. Сначала покажу вам, как это все выглядит, а потом я покажу, собственно, как делать всю эту штуку, и как вообще выбираться оттуда, как туда попадать, и, собственно, как его, собственно, строить. Сначала мы пишем home, дом. Сейчас мы телепортируемся с вами, и я вам покажу, как все это выглядит изнутри. Сразу могу сказать то, что все это работает на хомах, так что нужно вам минимум 2 сетхома, и все будет хорошо. Я телепортирую сейчас внутрь. Я снимал, кстати, ролик уже по дому без, собственно, всякой этой штуки. И вот, вот так выглядит у нас внутрь, то есть всего 1, 2, 3, 4. Столько нам хватит, на самом деле, вот сюда поставить, все заставить сундуками, и в принципе все. Вот наш шкаф, и все. В принципе все, нам больше ничего не нужно. Также сюда поставить спальники, и будет еще меньше КД. Вот так это выглядит изнутри, здесь еще один слой, и, в общем, это, можно сказать, полноценный бункер, как бы сейчас я это сломаю, чтобы показать вам, как выбраться. Вот, я сделал всего в 2 слоя, то есть, бункер наш на RustMe заключается в том, что здесь не будет дверей. Вам будет сложнее выбираться, больше КД вы тратите и так далее, но зато это намного, намного, намного жестче, чем... Если вы будете ставить сюда, допустим, двери, это будет намного сложнее зарейдить, и... Но, при этом вам нужно понимать, что вам нужен также второй, третий этаж, допустим, и еще пару таких слоев. И также понимать, что есть задроты на RustMe, которые фармят, и это не стопроцентный шанс, что вас не зарейдят. 100% вы можете надеяться на то, что вас не зарейдят, если вы сделаете где-то... ну не знаю, стен 10 вот сюда вот из металла и вверх еще стен 5, ну или хотя бы по 5 каждый. Это будет невероятно сложно зарейдить, это невероятно много нужно будет потратить. А так, вот так наша штука работает. Здесь также стена и здесь стена. А первый сетхом мы ставим внутри дома, второй сетхом мы ставим снаружи дома. И как нам выбираться из дома, спросите вы. Мы телепортировались вот на наш хом, хом-дом, и мы телепортируемся на хом 2. Сейчас у меня КД, в этом проблемка, конечно, но... Вам, собственно, придется ждать КД, чтобы телепортироваться вот сюда. Также мы переставляем хом наш, когда мы будем расширяться. Вот так работает наш бункер, как его построить. В принципе, я думаю, уже большинство из вас поняли, но сейчас я еще раз покажу. Допустим, встаем вот сюда, нам нужное дерево, естественно, ставим. Ставим основу в 4 на 4. Вот такая наша основа. Дальше мы ее начинаем застраивать. То есть вот 2 стены сюда, 2 стены вот сюда... 2 стены вот сюда и 2 стены, собственно, вот сюда. Ну, пока что одну поставим. Ставим потолок. Ставим потолок, ставим потолок. Естественно, все апаем. Ставим вот сюда, допустим, шкаф. Тоже там авторизируемся, в него ложим немного. Это понятно, это понятно. Дальше мы ставим еще один фундамент. Я не знаю почему, но, видимо, из-за шкафа. Но я, в принципе, думаю, вы поняли, как уже это строится. Также, вот, допустим, у нас вот так будет... Завершен наша первая основа. И дальше вокруг мы ставим все с фундаментом. Вот, фундамент, фундамент, еще один фундамент, фундамент. Также вы можете что-то придумать, допустим, поставить туда гантрапы какие-нибудь, да, и ловушки, чтобы вас не зарейдили, и так будет еще более безопасно. Вот так делаем. Вот так. А также, если у вас есть привилегия и у вас больше хомов, то вы можете совершенно, ну, невероятно крутой дом построить с тем, что вы можете сделать еще клад лута на втором этаже, какой-нибудь выход на втором этаже, типа такого. Единственное, что могу сказать, единственный минус данного дома, это то, что придется ждать КД, чтобы выбраться из него. А плюсов здесь, ну, невероятно много. Потому что рейдить это очень-очень сложно. Также на данный дом вряд ли кто-то будет зариться, да? То, что думать, ну, типа, нету дверей, это невыгодно, вдруг там будет неокуп и так далее. То есть, дом данный реально, типа, невероятно защищен и невероятно профитный для нас. Только еще один минус данного дома, что вам придется потратить невероятно много материалов. Но я скажу вам так, это окупится, вас не зарейдят первый-второй день. То есть, даже нам достаточно сделать из камня
там вот эти дополнительные стены и основу из металла, и это уже будет невероятно сложно зарейдить. А это мы можем сделать уже в первый день до открытия, собственно, ракеты и так далее, и так далее, и так далее. Так что вот такой вот мини-гайдик, да, я надеюсь, некоторым помог, надеюсь, кому-то это было полезно. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, с вами был Рокки, всем пока.